Всем доброе утро, идем на море. 1 августа. Температура воздуха 23 в данный момент. Ветра вообще практически нет. Красота. А войска тоже нет вроде как. Красота. Да, осталось чуть-чуть и я дома. Поменяли уже флешку, в принципе. Теперь другая флешка, наверное, хватит до конца отпуска ее забить видео. Но у меня есть еще три флешки, так-то можно что хочешь записывать на них. Сейчас посмотрим на солнышке, тепло ли на солнышке. Да, жарище будет, наверное, мне кажется. Сегодня ожидается на 29 тепла. Вчера вечером дельфины были. На закате прикольно было, интересно даже было. Давно я не видел такого. А так все, отдых отлично. 2 дня шторм был, ну и ничего страшного, в принципе, не было такого. Один день не загорали, второй день уже загорали. Люди у них с утра идут на море, либо просто гуляют. Красота. Висит, имеются свободные места. По свободных местах. Ну, уже все сейчас. Почему? Скоро люди в России играют 1 августа сегодня. Угу. К 4 будет выезд большой, мне кажется. Потому что кто до 3, кто до 4, кто до 5 августа будет очень большой выезд отсюда. Потому что многие в основном 10, 11, 12 дней отдыхают на море, ну, в том числе и я. Красота. Красота. Утром на море идти. Время где-то 7:30 уже. Плюс-минус. А приеду, всю неделю будет жара. О, вообще отлично. Приехал с юга, жара пошла. Ну прям как так и нужно. Продление отпуска. Типа того. Такого у себя дома. Это дети в основном кашляют. Взрослые тоже. Заболевают дети. Ну, некоторые болеют, да, бывают. Либо наглотали воды, либо простыли где-то. Дельфин, наверное, будет сегодня, а может не быть. Сейчас посмотрим.
Это у нас там гамора сегодня. Стиль. Прям такой стиль. Явно такого не было. Красота. Точно ничего не будет. Вообще. Я слышу. Такая красота. Вода теплая. Думаю, наверное, вода теплая. По-любому будет. Мы продолжаем идти на море сегодня. Уже 1 августа, блин. Прям не верится, что уже август. Миш пришел к нам. И люди накупались некоторые. На вот уже с утра есть. Где-то без 28 уже. Плюс-минус утра. Мой стиль. Прям кайф какой-то. Да, народ полно. Народ есть. Дельфин пока не наблюдается. А вот именно посередине дельфины были так-то. Вчера на Агате дельфины приплывали. А сегодня, наверное, их не будет, а моты будут. Сейчас посмотрим. Море. Привет. Всем огромный привет передаю. Море. И море вам тоже привет передает. Ну вода. 22-23. Он не дуже как плавает маленький. Так-то. Через секунду продолжим. Так, температура воздуха 23-24. Температура воды будет 20. О, краб. Нашел краба большого. Вода холодная. Так близко. А вон рыбка, иди смотри, рыбка какая. А, да я знаю, бычки такие. Смотри, большая. А рыбки плавают, крабы ползают. Красота. Море чистейшее просто. А, косенники. Чисто вон этот краб, косенников. Вон еще краб плавает. Крабы плавают. Крабов полно. Крабов полно и рыбок маленьких он полно даже. Мелкая рыба полно очень. Ну, вода чистейшая. Ни малейшего водоросли. Прям красота. Так, но мы не знаем, что там уже были про температуру воды. Пока мы тут... Как-то лежит тут. Вон большая медуза, о! Даже большая медуза, вот. Да. Yeah.
рыбки даже плавают. Вода просто. Наверное. Красота. Красота бегает. Зашли. Хотел ее поймать, но не получилось. Да, красота. Надо найти деграду, которая вон. Крабов полно вон. А ну крабы тут плавают. Внимание. Куда они? Блин, прям я в шоке, конечно. Ну, дельфины ушли уже, блин. Дельфины ушли, один дельфин был. И он там медуза плавает большая. Так. Что у нас там с водой? Надо будет посмотреть. Ну и подводная съемочка. Как всегда, ох ты, краб большой. Его не поймай. Это мне тоже есть. Это крабу полно тут ползает. Вон там медуза, вон там крабы бегают. Ладно, будем.
Да, крабов полно тут. Медов полно, крабов полно, рыбок полно. Чего только и нет, тут полно. Такого не было еще. Ну, краб, ну, большой, не лови. Не хочу. Они щипают. Где? Вот пошел. А, это маленький. Ну, и он не будет щипаться. Не, это маленький. Он убегает. Ну и чё ты, дорогой? Ага. Пытается ущипнуть меня. Вот он. Ну иди поверьте, не буду больше трогать. Не, прикольный крабик. Крабу ходит. Вон еще побольше уже. Вот крабы есть. Ай! Блин. Наступил на него. На краба наступил. Он там, наверное. Ладно, через секунду продал. Ну да, продолжаем. Крабы на каждом углу. Крабы хочешь полно. Там жизнь какой-то плавит. Медузы плавают. Медузы, ну маленькие, правда. Там где-то большая была, рыбки плавают. Рыбок полно, медуз полно, крабов полно. Но мы сейчас будем купаться. Крабов тут полно. О, большой даже. Вот. Я его поднял был. Он большой поплыл. О, большой поплыл. Вот он. Он будет щипаться. Вон он. Где он? Он уже убежал вон туда. Куда? Вон туда, далеко. Да ты что? Ну да, я говорю, тут крабу прям здесь твои чуть-чуть. Сколько их полно? Это крабы. Вон он. Ого. Ого, как он близко. К берегу плыву вообще, как вода. Он сюда уже не плывет. Иди сюда. Ой, ты чё, испугался что ли? Нет, чипун тебе наехал. А чё толку, у меня камера не снимает близко. Рыбка. Так близко и так мелко он плывет.
Ой, блин, тут. Все люди побежали снимать. Он видит все. Этот дельфин видит все. Вот он, поплыл туда, дальше. Уплыл туда уже дальше. Вон он туда поплыл. Вон он. Вон он. Туда дальше поплыл. Блин, тут воды росли. Не, сюда он не придет уже. А рыбу гоняют, конечно. Лучше сказать телефон, чем там, ну. Порыжа ушел, все. Ну, дельфины-то бывают-то. Он может сюда поплыть. Если он поплывет сюда, то... Красота. Да уж все. Нет, вон он. Там двое даже. Что ли? А нет, не двое. Один. Мужику повезло, прям снимает близко. Жалко, что мне не повезло. Это так близко он. Нет, вот он тут плавает. Он пошел туда, вперед. Вон он. Да, квадрокоптер был шикарный. Съемочка. Нет, воду. Возле буйков плавает. Крабов тут полно. Вон он. Куда? Он в какао. Он может вернуться сейчас. Или ушел. А ты стой тут. Ой, он пошел. А он уж все уходит. Ушел. Пошел. Ушел уже. Уходит. Ты попроси мужика, пусть скинет тебе видео.
вот он уже сюда плывет. Ой, тут херня какая-то. Я не вижу. Зина. Угу. Не приплывет, что ли, близко? Нет, он сюда идет. Не, вон он плывет. Женя, стой. Камышу. Thank you.
все равно. Вот они снимают. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Угу. Я это сниму. Ушел. Угу. Угу. Сюда. Ah.